Лучшие проекты в области пиар выбирали сегодня в Алматы. Их авторы – студенты казахстанских вузов. Десятки учащихся 3 месяца готовили свои работы, чтобы выставить их на суд профессионального жюри. В его состав вошли ведущие пиар-специалисты, руководители агентств по связям с общественностью и журналисты. На конкурс поступило 39 проектов, а номинаций всего 4 – социальный, кризисный, страновой и бизнес-пиар. Студенты затронули актуальные на сегодняшний день темы – это 70-летие победы в Великой Отечественной войне и выставка «Экспо». Особо организаторы выделили работы на тему материнства и детства, представленные в номинации «Пиар в бизнесе». Победителем стал проект по открытию клуба для молодых мам. Конференция «Сиреневый прорыв» проводится 13-й год. По словам организаторов, главная цель – выявить творческий потенциал и поднять профессиональный уровень студентов. Те студенты, которые сегодня получают награды, они потом очень хорошо трудоустраиваются. Вот этот сертификат, который получают, да, подписанный пиарши клубом, он очень авторитетный. И при трудоустройстве его с удовольствием учитывают работодатели.